Всем привет, приехал сегодня за грибами. Но перед тем, как пойти за грибами, заехал на родник Улан-Эток в Чувашку. Вот так он выглядит, этот родник. Ан-Эток, правильно будет. Вот он сам родник. Сюда монетки бросают и так далее. Так он все выглядит. Вон люди какие-то ленточки навязывают на дерево. Смотрите, сколько земляники растет. А вот они наши подберезовики. Это подосиновики. Подосиновики это? Да, подберезовики. Точно. Смотри, вот такая вот шляпка. Это точно подосиновик? Нет. Поганка? Угу. Че, серьезно? Да. Блять. Грибов начал очень мало. Такой вот подберезовик. О, в принципе, хороший, свеженький. Нашел покамить. За 10 минут. Сейчас будем дальше продолжать поиски. Но грибов еще мало. Вот такой, ну-ка покажи. Свинух нашли. Вот, пошли свинухи. Вон, вот моя рука, вот свинух. Здоровый. Вот, вот свинух. Короче, свинухи уже нашли мы. Фух, ну грибов очень мало, еще рано за ними выезжать. Ух ты, посмотрите. А вот это вот молоденький, свеженький подберезовик. Итак, хоть режьте ножом, хоть без ножа режьте. Можно вот так вот крутить его, расшатывать его и вырывать, потому что грибницу вы не нарушаете, сама грибница вот растет, а то, что вы гриб, это плод ивышний, можно его срезать, можно вырывать, только аккуратно берите на заметку. Так, наткнулся на свеженький, хорошенький, комаров, правда, много. Вот один, вон я уже их нарвал. Просто на место одно наткнулся, где их много. А вот еще один. Опа. Расшатываем и вытаскиваем его. Ой-ой-ой. Как бы грибницу повредил, походу. Да, повредил грибницу. Вот так вот не делайте. Сильнее расшатывайте. Неудобно одной рукой делать. Надо подольше уделите времени, чтобы грибницу не нарушать. Расшатывайте его посильнее. Да, будет все окей. О, снова с вами летит из Дедекова. Снова с вами. Вот так вот, короче, уже много росли километров, а грибов все нет и нет. Один подберезовик болотный нашли. Там болото. Вон, смотрите, какая красотень. Дикое место. Ладно, будем. Сейчас еще поищем. Если ни один гриб больше не найдем, то пойдем обратно. Вон следы. Это не корова. Следы медведя. Вон, тяжелые прям. Ого. Да нет, это следы коровы, наверное. Ага. У коровы так-то копыта. Ну. А вон говно, это что, коровье? Вон какашки, коровы, вот, раз, два. Да. Комары уже все лицо искусали. Грибов нету. Реально нет. Вот, один гриб нашли. Вот такой вот. Еще там, и все, и больше нет грибов, все обходили. Получается, вот что мы собрали. Вот я собрал грибов. И о чем тут штучек 7. Подберезовиков, подосиновиков. В общем,
за грибами еще не едьте. Рано. Вот оно, болото началось. Фу, ну и вонище тут. Сейчас, короче, за мной иди. Сними, короче, подписчиков. Вот. Да, вот становится при болото. Это, говорит, пьяный гид. Вот болото, смотрите. Где только не ходим. Буреломы. Грязь. Болото. Вон болото. Ха, выбрались из болота. Быстро получилось. Ага. Иду туда, не знаю, куда, блядь. На собственной шкуре можете сказать, испытаете то, что мы испытываем. Вместе с нами эмоции будете получать. Потом сверху скажи, снимем видео, откуда мы пришли, блядь. Темноту не думайте вообще, ходите с грибами. В общем, переведу, что сказал наш гид. В темноту не ходите, а то потом не выберетесь с леса. За грибами ходим только днем. Светлое время дня, никак не вечером, не ночью. Ну вот и все, дорога потерялась. Че, всем счастливо, всем пока. Мы заблудились. Ладно, будем искать дальше дорогу назад. Всем счастливо, всем пока. По тебе незаметно, что ты хочешь взять весь мир, хочешь, чтобы он был твоим.